Здравствуйте, уважаемые клиенты интернет-магазина iClone.ua. В первом обзоре мы смотрели на внешний вид, а сейчас же посмотрим на технические характеристики смартфона Tengda S5, который является достойной копией Samsung S5. Экран в смартфоне очень классный, яркий, с насыщенными цветами. Показатели самого дисплея идентичны оригинальному Samsung и равны 5,1 дюйма с разрешением 1080 на 1920. К звуку особых претензий нет, не стерео, но и не китайская шипелка. Даже с использованием встроенных утилит по улучшению звучания, максимальная громкость не такая, на которую рассчитываешь, но в пределах допустимого. В аппарате установлен Android версии 4.2 со стандартным андроидовским интерфейсом. Также установлены все приложения от Google, среди которых почта, карты, Play Market и другие. Конечно же, смартфон оборудован Bluetooth, Wi-Fi, также есть отличный GPS. Есть возможность подключить стороннее устройство посредством USB OTG. Диалер с русскими буквами. Есть возможность находить нужный контакт по принципу поиска Т9. В режиме ожидания работают обе симки, но при разговоре по одной, вторая будет неактивна. Камер в смартфоне две, 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная. Настроек много, это и HDR режим, баланс белого, поиск улыбки, панорама. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию. Но даже при автоматическом режиме снимки на улице получаются более чем хорошие. Но кадры в помещении имеют небольшие шумы, а в видеороликах немного не хватает резкости. Ну а что действительно недоработано, это вспышка, ну очень она слабенькая. Хотя на аккумуляторе указана цифра 3800 мАч, это больше похоже на шутку. Программа теста аккумулятора гоняла смартфон больше 4 часов при максимальной яркости дисплея и самой высокой частоте ядер. В конце выдала цифру 461. По своим ощущениям при работе могу сказать, что аккумулятор на уровне 2300-2500 мАч, но никак не 3800. Но с главной задачей справляется, смартфон работает без подзарядки полноценный рабочий день в достаточно хорошей нагрузке, а значит это уже круче айфона. Синтетический тест AnTuTu выдал 28 тысяч пунктов, что очень даже ничего. Причиной такой хорошей оценки стал установленный в аппарате 8-ядерный процессор MTK6592 с 1,6 ГГц на каждом ядре. Оперативной памяти 2 ГБ, встроенной 16. Также есть поддержка карт памяти. Смартфон для любителей мощных и красивых девайсов. Из недостатков слабая вспышка в камере и посредственный аккумулятор. Преимущество – качественный экран и производительный процессор. Плюсом к смартфону будет частый вопрос от окружающих. Что это тот самый Samsung? На что вы смело можете отвечать – да, это S5. А то, что производитель Tengda, будет секретом. Подписывайтесь на наш канал и Twitter, не пропускайте свежие обзоры, оценивайте это видео, задавайте интересующие вопросы в комментариях. Михаил Парадедов, сюда увидимся.